Еще раз показываю. Братская могила. Здесь. Бульвар Дичибал. Вот где я говорила, что была музыкальная школа. На этом месте где-то. Где-то здесь вот она. Тоже, помню, так по ступенькам подымались. Вот парень идет, спускается. Так, а ну я иду вот туда, к тем крестам. Посмотрю. Ну, распускается, значит, можно, да? Вроде бы еще ж делают. Что за парень, не знаю. Так, обойдем. Вон кресты там, смотрите. Я не помню эти кресты. Может, раньше они были? Но... Ну, давайте, пока никого нет. Сегодня выходной, пока никого нет. Пошел туда в обход. Посмотрим здесь. Ветка. Сейчас обойдем эту ветку. Переступим. Сейчас пойдем туда дальше. Вот кресты тут, посмотрите. Ничего себе. Просто кресты. Ничего не написано, ничего. Так, сейчас туда ближе подойдем. Так, что-то есть, вижу там. Оно. Ой, плохо видно, да? Вот плохо видно. Ничего не написано нигде. Так, оно вот здесь. Вот это я забрела. Ой. Стефан Матрой. Солдат. Солдат. Первая, да? Мировая. Солдат Стефан Матровин. Как сохранился, да? Как надпись сохранилась. Ничего себе. Тут интересно я попала. Вот, покажу вам так сверху. Здесь работают каждый день. Вон плиткой там уже выложили внизу. Ступеньки сделали. Потихоньку дело движется. Сейчас посмотрим, что здесь. Вот эти старые ступеньки. Вот здесь, мне кажется, была эта музыкальная школа. Так вот подымались. А, вон крест там, что ли. Ой, идемте туда. Ой, как интересно. Это, естественно, здесь все почистится. Все эти кусты. Наверное, уберут, сделают порядок, наведут порядок, посеют травку. Не знаю, ну посмотрим. Вон крест там. Идем к тому кресту. Сколько интересного в городе у нас, да? Сколько всего я не знала. И не думаю, что мои родители тоже об этом знали. Об этом кресте. Надо будет маме сказать, спросить, знает она или нет. Папа, может быть, знал, не знаю. Не знаю, никогда ничего не рассказывал папа. Венки свежие. Вот Глория и Ройлер Армати Романи. Крест. Так, сейчас с этой стороны ничего не написано. Эти венки старые, эти свежие. Тоже сюда венки возлагали. Влад Белецкий. Ой, не вижу, что там. Нагнулась. Ну вот, короче, этот крест. С той стороны что-то написано или нет? Нет. Так, покажу. Все, идем назад тогда. Покажу так по кругу. Что здесь, могила получается, да? Ладно, выходим отсюда. Кто знал об этом, пишите.
что кто постарше, тот знал.